Вітаю вас, з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгол. Розпочинаємо другий сезон. І сьогодні поговоримо про кандідоз. На кандидоз страждає не лише кожна друга жінка, а й чоловіки. Це грибкова інфекція сечостатевої системи. У народі її називають «молочниця». Клінічний прояв – почервоніння, печіння, свербіж і характерні виділення. Народна медицина пропонує засоби на будь-який гаманець. Митися відваром ромашки, шавлії та календули. Використовувати тампон, змочений у кефірі. Митися розчином соди, солі і йоду. Що з цього дійсно допомагає, а що нашкодить, дізнаємось у студії. Але не всі мають розуміння, чи становлять грибкові захворювання небезпеку для нашого жіночого здоров'я. Допоможуть розібратися у цій темі сьогодні наші експертки. Давайте будемо знайомитись. Марина Гангура, дерматовенеролог у клініці «Вілентіс». Анна Гришко, лікар-гінеколог. Доброе утро. Та Світлана Сторчак, майстер-технолог по шугарингу та воскової епіляції. Здравствуйте. Що таке кандидоз? Смотрите, вы вначале сказали о том, что кандидоз – это равно молочница. Молочница – это народное название, это как сленг. Такого диагноза не существует. Существует кандидоз той или иной части тела, ну, женщины или мужчины. А за кандидоз отвечает такая живность, можно так сказать, кандида или абликанс. Это самый распространенный грибок, который есть у нас в человеческом организме. Плюс еще есть много видов, которые уже на сегодняшнее время имеют такую резистентность к лечению, что даже мы не можем ничего с ним сделать. И это только связано с тем, что женщины, если любые выделения, которые у нее могут быть, они сразу бегут в аптеку, не зная причины, потому что выделение это не равно кандидоз, и они берут лечение, которое назначает им фармацевт. Я не зрозуміла, так молочниця, це просто, це ж правильно, один із виявів грибкової інфекції. Молочница – это не диагноз, это просто сленг, который используют все женщины или мужчины как состояние. Если вы придете к врачу, вам поставят диагноз кандидоз или наружных половых органов, или вульвы, или кожи, ротовой полости. Очень много мест, где могут она быть. И получается, что это ну, такое вот сленговое название, которое обобщает все состояние. Мариночка, є у вас щось додати? Так? Так, я можу ще також додати, що грибки також вражають не тільки жінок можуть вражати, але також можуть вражати і чоловіків. Найчастіше до венеролога звертаються чоловіки із кандидозним баланопаститом. Це захворювання крайньої плоті чоловіків, які можуть захворіти або заразитися від хворої жінки при сприятливих умовах або також при зниженні імунній системи. А також можуть бути, найчастіше всього звертаються до дерматолога, до дерматовенеролога, жінки із захворюванням кандидозним складок, промежений, а також захворюванням ротової порожнини. Давайте тоді перейдемо все ж таки до симптоматики. Чаще всего у женщины, которая поражается кандидозом, первый симптом – это зуд вульвы или дискомфорт во влагалище. Также они замечают изменения выделений, и они видят покраснение. Но чаще всего в наше время женщины любые выделения из наружных половых органов приравнивают к кандидозу. Но это не так, и это нужно разбираться с доктором. Какие еще инфекции, окрім молочниці? То інфекції статевих органів у жінок також ще можуть відноситися гонорея, трихоманіаз, бактеріальний вагіноз. Там також будуть спостерігатись виділення специфічні і також може бути біль під час сечовипускання, почервоніння та набряк. Що робити? Одразу треба тільки бігти до лікаря? Так, звичайно. Потрібно звертатися при будь-яких виділеннях у жінок, потрібно завжди звертатись до лікаря. Тому що лікування, самолікування, воно може призвести до резистентності, тобто потім лікар не може справитися із даною патологією, якщо жінка вже самостійно лікувалась в аптеці або по рекомендаціях подруги. Так?
то взагалі потрібно звернутися до лікаря для того, щоб він постановив правильний діагноз і назначив правильне лікування. Виділення можуть бути для кандидозу це творожості, білі виділення, так? Для трихомоніазу це можуть бути пінисті з неприємним запахом, для бактеріального вагінозу також характерні виділення з неприємним рибним запахом. Ну, а при гонореї також характерні це виділення будуть зеленкуватого кольору з неприємним запахом. Також хочу сказати, що лучше прийти к врачу, потому что характер выделений для женщины, которая переживает, для нее это плохо, для доктора, смотря от какой день цикла, мы можем просто объяснить, что это вариант нормы, потому что не каждая женщина даже знает, как выделения выглядят. Чаще всего большинство женщин считает, что должно быть сухо во влагалище, никаких выделений и вообще ничего не должно быть. Но на самом-то деле мы живые люди, мы живой организм, и у нас есть цикл, который тоже, как говорится, заставляет нас жить под скрипку, и у нас есть разные выделения. И иногда, когда поговоришь с женщиной, проведя осмотр, мы не должны назначать никакого лечения, кроме гигиены и питания. Світланочка, скажіть нам, будь ласка, а чи приходили до вас клієнтки з проблемою, але вам про це не сказали? Ко мне приходили клієнтки уже після лечения, то есть во время никто не приходил. После лечения, когда приходит клиент, к примеру, неделя, да, прошла, все равно я вижу, что слизистая находится в таком состоянии, что, например, работать я еще не могу, потому что кожа еще мацерирована, отсыревшая, есть покраснение, то есть еще не до конца прошло лечение. И клиенту будет неприятно, если я буду работать с такой кожей. Поэтому есть случаи, в которых я отказываю. Почему? Потому что вообще сахарная паста имеет адгезию, то есть цепкость, она с кожей соединяется, поэтому при работе я могу просто клиента травмировать. Вот. Поэтому мы ждем какой-то еще период для того, чтобы кожа восстановилась и можем приступать потом к процедуре. Еще хочу поделиться личным своим опытом по поводу вообще, да, кандидоза, молочницы. Я примерно с 15 лет уже пользовалась ежедневками. Для меня это было такое женские штучки, такое что-то интересное. Конечно же, с ароматизатором. И у меня всегда была проблема. Да, вот кандидоза, я всегда обращалась к врачу. То есть это таблетки, свечи, постоянное лечение, ничего не помогало. То есть на какое-то время, да, хватало, потом это все возвращалось. И уже будучи беременной, мне мой гинеколог сказал, просто избавься от них, не носи ежедневки. Я, как это вообще возможно? Да, я даже не представляла отказ. Но вы знаете, я послушала врача, все прошло. Единственное, что может проявляться только когда я пью антибиотик, то есть на какое-то время. Она может себе дать знать, но больше меня это не беспокоит. Тобто ви перестали використовувати нашу, гігієну жіночу, і у вас все пройшло. Да. І більше немає, не турбує більше у вас, да, кандидоз. Да, и общаясь со своими клиентами, я всегда говорю, откажитесь от синтетического белья, это очень важно, то есть одна из профилактик. Также это отказ от ежедневок, и тем более с ароматизаторами, потому что вызывает и аллергическую реакцию, и зуд, и покраснение, и мацерированная кожа, да, в которой просто распространяются бактерии. Вот. И те, кто слушает, сразу же говорят, что результат есть. Так, а синтетична білизна також може... Да, на ній розмножаються бактерії гораздо активніше, кожа не дишить, поэтому очень важно носить только натуральное белье. И желательно не стринги. А чому не стринги? Потому что... Мені здається, просто що 75% жінок носять стринги. Бо це гарно, особливо влітку. Да, есть трение одежды, то есть это тесное достаточно белье, и гинекологи дополнят, чем это еще чревато. А получается, когда женщины используют в своем обиходе стринги, у нас есть вероятность заражения эшерихией коли, которая живет в прямой кишке. И получается, да, что эшерихия коли – это кишечная палочка, которая живет у нас в прямой кишке. И получается, за счет стрингов мы можем ее
ее транспортировать во влагалище. Плюс в основном все такие, ну как такое белье, оно или в рюшиках, или синтетическое. Плюс эта температура увеличивается, не дышит кожа, доступ кислорода нету, и это питать, ну, благоприятная среда для развития условно патогенной флоры, которая, когда у нас все хорошо, она себе живет и нас не беспокоит. А когда для нее условия комфортные, температура, влажность и отсутствие кислорода, она начинает развиваться, и у вас начинают осложнения. Почему не рекомендуется 24 часа в сутки использовать те же прокладки ежедневные, те же синтетическое белье. Так же само у нас еще проблема, то, что женщины в основном в брюках ходят, не в юбках, и тоже идет увеличение температуры в области промежности. Это тоже благоприятная среда для того, чтобы развились те или иные симптомы. А коли ми одягаємо колготки? Колготки теж саме, це синтетика, це прилягання є. Нічого носити не можна. Ні, носити можна все, але це должно бути ізольовано, свободно. І опять же, якщо якийсь симптом, сразу к доктору, убирати його, або коригувати питання, сон, віддих і просто гігієна. Взагалі, то гриби кандида, вони люблять дуже сильно вологе, тепленьке, а коли прилягає синтетичний одяг, так дуже щільно до шкіри. Це благоприємні умови для розвитку даної патології. Привіт усім! Як ви думаєте, чого я отак лежу? Бо я у гінеколога. Як ми казали у програмі, що треба для перевірки себе і профілактики молочниці ходити до гінеколога хоча б один раз на рік, ось на особистому прикладі я і вирішила це зробити. Зараз вам все покажемо, просто поки все нормально, поки тільки ми готуємось. Ну, зараз все побачите. У тебя сегодня возьмем анализы, которые нам подтвердят или опровергнут, как говорится, наличие патологии. Для этого при определенном осмотре каждому женщине берется два мазочка. Это на атипические клетки и на флору. Это у нас одноразовый набор. Для осмотра в зеркалах используется такая вещь, которую девочки не должны бояться. Треба купить одноразовый набор. Используется щеточка для забора мазочка. Ви розумієте зараз той момент, коли... Та ну не мене ж не бери, ну Катя, ти рядом. Коли ми з режисером стаємо ще ближчими один до одного. Максимально. Розумієте? І зараз ми прям онлайн-трансляцію вам усе показуємо. Ой-ой-ой-ой. Катюша, можешь успокоиться, у тебя с всем внутренними твоими красивыми женскими органами все окей. Шейка матки классная, так что тебе можно спокойно ходить к гинекологу один раз в год. Анна Николаевна, я вам дякую за те, що перевірили, що я була спокійна, що все нормально. І знаєте, як це не звучало, але я вам дякую, що ми з вами побачимось через рік. Это хорошо, потому что каждая женщина должна ходить один раз к гинекологу. Я жду тебя через год у меня опять. Дякую, дякую вам. Ви вже декілька разів наголосили на харчуванні. Чому? Ну, знаєте, ко мені приходять клієнти, які, наприклад, їдуть на відпочинок, да? Либо літять на відпочинок. І, звісно ж, цей соблазн all-inclusive, багато всього вкусного, багато всього цікавого, кухня різнообразна і сладенька, ми потребляємо в великих кількостях. І, к сожалению, именно в сладком вот є риск того, що ми можем привести с собой еще какие-то неприятные сюрпризы. Поэтому обращайте внимание на ваше питание и лучше все-таки соблюдать или более диетическое питание, либо хотя бы употреблять то, что мы уже знаем, то, что ну, ближе к нашей кухне. И я не буду долго рассказывать про бассейн, про ну, вот эти все передачи, хотя бы хамам. Ограничить сладенькие. Хамам? Да. Хамам. Хамам. А что хамам?
Хамам. Ну, так там, дивіться, сауна, хамам. Якщо неправильні санітарно-гігієнічні умови, неправильна дезінфекція, так, поверхонь, лежаків, лавочок, також жінка при благоприємних умовах може захворіти кандидозом. Тому що вже так, як говорили, що тепленько і влажно, там вони благоприємні умови для розвитку кандидоза. А звідки так, може, ну, там з'явитися якщо кандидоз? Перед цим була хвора жінка на кандидоз, так, із виділеннями активними, і перед цим там хамам не піде жінка, вони ходять. І тільки ж не буває виділення вже з, ну, з наших, як говориться, полових органів, буває і на кожі, буває вже ж в складках, буває на руках, ногтях і все. И такой путь передачи тоже есть. Это уже идет на совесть хозяина. И... Але ж жінка, коли йде в хамам, вона знає, що в неї кандидоз. Іноді буває, що й не знає, і не чому. Знає. Вона, якщо, наприклад, це кандидоз інтрагенозних складок, тобто складок промежений, так, в яких жінка може і не бачити, або також у жінок, які страждають ожирінням у складочках під молочними залозами. А як воно іноді виглядає? Як воно виглядає? Це просто може бути почервоніння, мацерація або навіть те саме банальне лущення. Тобто жінка може взагалі не звертати на це уваги, думає, що, знаєте, як в народі кажуть, опрілості. В мене опрілості. Мене а так те, що там, казала. А те, що там може бути грибок кандида, вони взагалі іноді і не придають значенню цьому. Дуже часто буває тут у дівушек size plus, які носять дуже тісне бельо. Особливо влітку, правильно? Да, да. Коли жарко нам, коли ми йдемо там в тісній сукні, ну також це можливо. Це, ну, це навіть не плюс size, це можливо із будь-якою дівчиною. Будь-якою дівчиною, особливо у жінок, у дівчат, які страждають цукровим діабетом. Кандида і цукровий діабет, вони взагалі ходять поруч. Тому що це як супутня патологія цукрового діабету. Да, это правда, потому что чаще всего сахарный диабет второго типа выявляют больше гинекологи, потому что первичная жалоба у женщины это зуд, дискомфорт, покраснение в области наружных половых органов. И получается так, она самостоятельно идет в аптеку, покупает, лечится. Не соблюдая ни питания, ничего, ну, у меня все хорошо. Она начинает очень часто приходить к гинекологу, это рецидивы, рецидивы, рецидивы. И когда гинеколог говорит, вы должны сдать глюкозу крови, проверить индекс НОМА, и начинается, как гинеколог связан с сахарным диабетом. Это очень реально, и когда женщина не воспринимает того, что нужно это сделать, нужно настойчиво ее уговаривать, потому что на моей практике очень много выявлений только из-за того, что говорит, у меня зуд кандида, мы задаем анализы кандида в нормальных состояниях, жалобы есть. И когда мы уже уговариваем, чуть ли не ну, там, настоятельно выявляем сахарный диабет, который уже даже нужно назначать инсулин. Но первая причина – это мой партнер погулял. Или там я что-то съела не то, потому что чаще всего женщины проявляется, ну, кандидоз – это во второй фазе менструального цикла, перед менструацией. И это нормально, потому что кандида любит глюкозу, и она у нас во влагалище у всех есть. И получается, во вторую фазу уровень гормонов меняется по количеству, и все равно идет, ну, иммуносупрессия такая маленькая перед менструацией, иммунитет все равно снижается, и все условно-патогенное выскакивает. А если женщина потенциально по заболеванию сахарного диабета, у нее это сильно развивается, и получается. Или бывает обратная сторона, у партнера есть скрытый сахарный диабет, и только у них есть половая жизнь без презерватива или без какой-то контрацепции, у женщины проявляются симптомы, такие тоже у меня есть. И получается, у женщины проявления, выявляем у мужчины высокие сахара. Это тоже очень связано, и частые рецидивирующие молочницы, ну вот кандидозы, выделения, баквагенозы иногда даже связаны с состоянием здоровья мужчины.
партнера. Вы знаете, я вообще хочу сказать, что врач – наш лучший друг. Потому что у меня вот был случай, ко мне пришла клиентка на бикини, и я смотрю, что у нее на лобке грибок, ну, точнее, дыша. Я объясняю, что тебе нужно к врачу сдать соскоб, тебе назначат лечение, там, крема, таблетки, и вообще, что это нельзя мочить ни в коем случае, то есть будет распространение. Очень хорошо, что девочка меня послушала. Она в этот же день поехала, и все подтвердилось, и она была очень благодарна. То есть не нужно бояться врачей, с ними нужно дружить, к ним нужно... Ну, тут я згодна, і дослухатись до поради косметолога або майстра. Чи можна розпочинати під час вагітності лікування кандидозу? Во время беременности это рекомендовано, если это острая фаза, которая в активном, как говорится, процессе. Если женщине это доставляет большое неудобство, это профилактика преждевременных родов, потому что кандидоз является одной из причин, ну, такой патологии. И недаром, когда женщина приходит на первичный прием, берутся анализы, и мы выявляем какую-то ту или иную патологию, тогда назначается лечение. Но это делается только врачом, потому что не все препараты можно назначать во время беременности. И чаще всего это идет просто местное лечение, без таблетированного, оно противопоказано. Чи може після апеляції розпочатися кандидоз? Це до вас запитання більше. Нет, исключено, потому что в процессе используются только одноразовые материалы, перчатки, одноразовая простынь, все поверхности обрабатываются, вплоть до каждая баночка, которая берется, она тоже обрабатывается, потому это просто невозможно, ну, не выжить. Просто, але все ж таки, я так розумію, коли приходиш, наприклад, до нового майстра, треба дивитися за ним, що він робить. І запитати обов'язково, чи ви це зробили, ну, щоб бути впевненими, що все буде нормально. Ко мені приходили клієнти, які говорили о том, що вони були у майстра, який взагалі працює без перчаток. Ну, сами понимаете. Да. Да. Ну, зона бикини без перчаток. Не знаем, что находится в микрофлоре, и потом цепочка клиент-мастер, мастер-клиент. И это может быть до бесконечности. Это очень опасно. Внимательно нужно смотреть, чтобы все было выполнено правильно. И, конечно же, это меры предосторожности номер один. Бывают такие станы або диагнозы у майстрів, які не знають про це, що в них може бути кандидозне паронихія, кандидоз шкірних складок міжпальцевих. І якщо майстер не одягає гумові рукавички, так, а працює без рукавичок, він є потенційним джерелом інфекції для даної клієнтки, для даного пацієнта під час здійснення цих процедур. А я лікую молочницю вдома. Використовую оцет, соду та сіль або спринцювання. Це нормально? Чи правильно я роблю? Одно могу сказать, что рекомендовать спринцевание это, ну, в домашних условиях, это вы сами себе, как говорится, вредите, потому что мало того, что есть условно патогенная та же кандида, плюс вы вымываете лактобактерии, которые вам помогают, наоборот, сохранять здоровье. И получается, что самостоятельное такое лечение в домашних условиях это, ну, не нужно. Да, иногда мы рекомендуем женщинам, уже когда они приходят, это местное лечение, ну, спринцевание, да, и в составе препаратов тоже входит сода, но уксус не рекомендую, это очень жесткий метод, потому что потом мы лечим ожоги влагалища, потому что еще не смотрят на концентрацию уксуса, и это приводит к плачевному. Да, в составе многих препаратов, которые используются для лечения местного, входит сода. Иногда это скорая помощь, когда, например, ночью это случилось, вас беспокоит, а до утра надо дожить. Это можно, и я в своей практике это рекомендую. Чи у чоловіків може бути молочниця, і чи передається вона після статевого шляху від дівчини до хлопця?
Так, звичайно, може бути, але якщо не використовувати бар'єрну контрацепцію, і чоловіки також можуть захворіти від хворої жінки кандидозом. Якщо без контрацепції. Якщо без контрацепції, mm-hmm. так, звичайно. Ну, також, що якщо використовується кунілінгус, а є стоматит в ротовій полості або каріозні зуби, то жінка підвергається зараженню і зміненню флори во влагалищі. Для этого используются латексные салфетки, они существуют, для кунилингуса они есть, это тоже барьерный метод. А якщо все ж таки у чоловіка ну, таке трапилось, які у нього симптоми? У нього які можуть бути симптоми? Це почервоніння статевого члена. Так, далі може бути набряк статевого члена, свербіж статевого члена, а також ще може бути білий нальот, який називається кандидозний бланопостит. Совсем недавно переболела гриппом, принимала антибиотики, потом пробиотики. И поменяла в этот промежуток времени и интим-гель, и ежедневные прокладки. Сейчас пользуюсь с ароматизатором. И в этот промежуток времени у меня появляются белые такие насыщенные выделения, плюс неприятный запах. Но дискомфорта либо какого во влагалище у меня нет. Подскажите, пожалуйста, это может быть молочницей либо какими-нибудь там другими грибковыми заболеваниями? Оно, скорее всего, если имеют плохой запах, это я больше... Я, конечно, разумела, что это поганый запах. Ну, он не характерный, потому что для нормальных выделений или его вообще нету, или он сладко-кислый, больше никакого дополнительного нету. Если он неприятный, чаще всего это рыбный запах, это больше бактериальный вагиноз, и это нужно идти к врачу. Як вилікувати хронічну молочницю? Ну, хронічна молочниця, мені здається, вже не лікується, бо вона хронічна. Ні, ізначально потрібно знайти різновидність кандиди, яка викликає цю хронічну кандидоз. А, тобто можна вилікувати все. Так, тому що якщо береться так називаємо фемофлор, це ну, хто живе у нас во влагалищі, і після того, коли нам лабораторія дає, хто там є, ми вже дивимося. Просто є кандиди, які реально ми не лечимо, і це вже жінка веде правильний образ життя в плані питание, гигиена, сон и здоровый, ну, вообще здоровый образ жизни, и тогда никаких проблем не будет. Но это индивидуально и после расширенного обследования. Який повинен бути огляд? Ну, это гинекологический осмотр плюс стандартные мазочки на флору. Если у нее это постоянные рецидивы, исключать сахарный диабет, обследование составляющего влагалища. Плюс, если там все хорошо, а у нее все равно это все появляется, обследовать партнера в плане даже того же сахарного диабета. Одна из профилактик молочницы – это гигиена, но никто не понимает, что за этим стоит. К сожалению, мы очень часто используем в душе активные, да, вот компоненты. Каждый день мы намыливаемся, и чем больше, тем лучше, вымывая свою защиту. То есть у кожи есть гидролипидная мантия, это наша защита, у нее очень кислый pH, и это помогает не распространяться бактериям. И ну, вымывая себя до скрипа, мы снимаем эту защиту. И естественно, что к нам прицепиться может вообще что угодно, mm-hmm. и не только молочница. Поэтому я всегда вот даже своим клиентам говорю, ну не говорю, что интимный гель либо мыло – это зло. Нет, но в разумных количествах. Потому что все-таки мы вымываем свою защиту активно. Цікаве запитання. Як відрізнити цистит від молочниці? Цистит – захворювання, яке проявляється дуже сильно гострими симптомами. Це біль під час сечовипускання, гостра біль, це часте сечовипускання, ну, яких не буде постійно. Так, постійно, і постійно здається пацієнтові, що він не до кінця здійснив свій акт сечовипускання. Так? І також ще може проявлятись підвищення температури тіла, ознобом і загальними симптомами інтоксикації. При кандидозі даної патології, тобто частого сечовипускання, даної скарг не буде відмічатись.
Чаще всего эти два заболевания путают, потому что для исключения патологии урологи отправляют к гинекологу для того, чтобы исключить, ну, там, кандидоз, бактериальный вагиноз или какие-то инфекции. Но они совершенно различные и совершенно разные жалобы. При кандидозе будет зуд, выделение, покраснение, но не в области уретры, там, где вот мочеиспускание происходит. А цистит, если женщина хотя бы раз болела, она в жизни его не перепутает, потому что беганина в туалет частая и боль в конце мочеиспускания ни с чем не забудешь. Кандидоз этого не вызывает. А чи може якось погано впливати молочниця на місячні чи вагітність? Кандидоз на менструацию никак не влияет, он только может характер ее поменять или цвет, запах, количество в плане, потому что подключается та же, ну, те же количество выделений, их просто больше будет. А на беременность кандидоз очень сильно влияет, если это острая фаза, если это жалобы серьезные. Это... Мы говорили про вагітність, да, але я говорили, не могу зрозуміти, это... коли жінка вагітні, в неї все одно будет кандидоз? Смотрите, когда женщина беременеет, у нее идет все равно иммуносупрессия, потому что плод для организма – это инородное тело, и снижается иммунитет. Если женщина, у нас же как, мы беременны, мы едим за двоих, и самое главное, самое вкусненькое, сладенькое, и все идет. Плюс во время беременности есть прогестерон, который провоцирует снижение резистентности влагалища, и кандида себя чувствует очень хорошо. И получается, что это все развивается, и иногда, чаще всего, женщины приходят ко мне на прием с жалобами, у меня зуд, выделение, а в итоге у нас беременность, потому что кандидоз – это как вот проявление. Иногда бывает, но это очень редкий случай, но это, ну, бывает равно. И получается, что если не лечить кандидоз во время беременности или до, то можно получить очень грозные симптомы, это преждевременные роды, это очень большие проблемы с плацентой, ну, есть это, потому что она вызывает, и уже это доказано. Для этого говорится о том, чтобы если вы планируете беременность, изначально вы приходите к врачу, узнаете свое здоровье, даже на самую такую банальную, как для женщин кажется, кандидоз, болезнь, а потом мы планируем беременность. Потому что выделение, мы бежим в аптеку, и все думают, что все хорошо. Ну, чесно кажучи, коли після прийому антибіотиків я стикалась і стикаюся з цією хворобою одразу, або мені мама каже, давай треба сіль або сода, це перше. І друге, я йду в аптеку і купую флуконазол. Буквально 4 дні і все проходить. Ну, я звикла так робити. Я не йду до лікаря. С одной стороны, это да, многие женщины делают, но если доктор вам назначает сейчас антибиотик, сейчас по всем протоколам идет прикрывание таких осложнений, они назначают параллельно дополнительные препараты. Но иногда срабатывает то, что назначили 3-4 препарата, я выпью антибиотик, а то все у меня пройдет. И то, что было назначено, не покупается, а потом уже самолечение. И консультант – это фармацевт, хотя они не знают симптомы и что идет. И иногда получается, что не трогать влагалище 72 часа, и у вас все пройдет. Но это если не остро и не сильно это плохо вам в состоянии. А лучше так идти к врачу. Так с каждой хвилины, каждой годины стає, например, все хуже. Гирше, смердишь, тогда нужно... Ты не можешь ходить. Ну... Да, тогда в этом случае, да, местно можно использовать соду. Я честно говорю, что я это скорая помощь, это можно. Но когда вы видите, что самолечением лекарства, это уже вам, ну, выйдете к врачу, потому что не всегда нужно системно получать терапию. Можно только местно, и все пройдет. Вийшли сьогодні на центральній вулиці міста для того, щоб поговорити з чоловіками про вагінальний кандидоз. Чи знають вони про це захворювання чи ні? У народі кажуть, що це молочниця. Які симптоми, як треба лікувати, подивимось. Знаю, що таке молочниця? Я маю поняття, ну, жінська болезнь, ні. А ти думаєш, що це тільки жіноче захворювання? Да. Молочниця? Чув, пам'ятаю, об'яснить, ну, якщо це таке, не згадаю так зразу. Молочниця, молочниця. А як ви гадаєте, це серйозне захворювання? Навірно, так. Да. Я взагалі не врач. Ти знаєш, що таке молочниця? Оку...
Слышал. А ви одружений? Так. А скажіть, ви знайомі з таким захворюванням, як у народі кажуть, молочниця? Ну, да. Як проявляється? Ти знаєш? У мужчин? Ні, не знаю, уви. Не розбираю в женських болезнях настільки сильно. А де вона може з'являтися, молочниця? В інтимних місцях, мабуть, да? Які симптоми молочниці можуть бути? Я ніколи не хворів цим і не буду хворіти, тому що я віруюча людина, і я, як сказав, що я ніколи цим не хворію, я не хворію. І моя жінка теж. Вона каже, що я ранами Ісуса Христа є зцілена, і вона ніколи у мене, оскільки ми живемо, не страдала такою. А скажи, будь ласка, як ти гадаєш, чи може передаватися молочниця від жінки до чоловіка статевим шляхом? Я не знаю, це було недавно, посмотрим, время должно пройти, а там увидим. А скажи, будь ласка, як ви гадаєте, які симптоми? Чи це важливе захворювання? Як його лікувати? Ну, жахливе, ну, симптоми, ну, різні бувають. У кожного, ну, половим путем, я знаю, передаються. Неправильне харчування, неправильний образ життя у людини, а також, ну, безпорядочні полові зв'язки. У людей, там, особливо у молодежі. Чи може передаватися від жінок до чоловіків? Ну, раз ви к этому підвели, то, похоже, да. Ми раз в рік для профілактики даже робимо, купуємо ліки. І, ну, раз в рік. Можливо, ну, там роблять ромашка, там, знаю, можливо, запарюють, тому нас роблять, запарюють. Сода, сіль буває, так? Так, такі речі. А як найчастіше ваша дружина лікується? Вона сама лікується чи йде одразу до лікарні? Самі лікуємося. Ну, я тобі повинна сказати, що передається. Тому, да, передається, тому будь обережним. І що, все, смерть? Ні? Ні, просто треба буде лікуватися, тому обережніше. Я вичитала в інтернеті, що причини молочниці, як ми вже сказали, солодке, антибіотики, контрацепція, переохолодження, спринцювання та партнер. Що з цього правда, а що ні? Взагалі всі перечислені причини, які ви назвали, так, вони можуть призводити до цього захворювання. Так, якщо не дотримуватись правил гігієни, якщо не дотримуватися засобів правильних контрацепцій бар'єрної, то це все може при зниженні імунної системи, а також при захворюваннях ендокринологічних, це все може призводити до даного захворювання. Мені просто цікаво за переохолодження. Як переохолодження може, ну, на це впливати? Тому що це ж елементарно, це зниження імунної системи. Тобто організм не бореться так, із даними захворюванням, якщо воно вже є. А, якщо воно так, є. Так, так. Якщо воно вже є, то переохолодження – це якби йде провокуючий фактор до даного патології. Стрес для організму – це теж одна із причин – стрес. Стрес, перельоти, зміна просто, кліматичного періоду. Кажуть, не треба переохолоджуватись, тому що одразу буде вірус, ну, якась інфекція, ну, дивіться, і якщо, тут кандідоз. Якщо, наприклад, є, да, хронічні захворювання статевих органів, наприклад, або якщо колись переболіли венеричними захворюваннями, такими як сифіліс, гонорея, іде зниження імунної системи місцевої, так, то тоді любе переохолодження, любий провокуючий фактор, він може призводити до даного захворювання, кандидозу. А до речі, тампони можуть якось впливати на кандидоз? Понимаете, сам тампон не является, да, той причиной провоцирования. Главная причина, какое использование его. Если девушка ходит с ним 8 часов или сутки, то, конечно, это может спровоцировать не только молочницу. Точно так же, и, да, как вот с ежедневками. Если ходить целый день с ними, то будет ну, ряд... Ты не будешь каждую годину бігти не, до не каждый дамской час. Кімнати и переодягатися? Ну, по инструкции в среднем тампоны нужно менять каждые 3-4 часа, а прокладку ну, тампоны, 4. Да.
4 часа и прокладку нужно менять. А у нас у женщин, получается, ее носят в среднем 8 часов. Для экономии. Для экономии раз. И опять же, в силу своей работы она не может пойти. Навіть буває, я вас переб'ю не для економії, а немає часу. Вот, нет времени. Ти бігаєш, навіть забуваєш. Поэтому мы говорим, что их используют только тогда, когда вы, например, ждете менструацию, и 2-3 дня после. Все, больше вы не используете их. Ну, проще поменять нижнее белье, чем прокладку. Так же самое вот за тампоны. Самое грозное осложнение – это токсический шок. И даже были зарегистрированы смерти от того, что используют тампоны. Потому что у нас поставила и забыла. В моей практике были ситуации, когда женщина использовала тампоны по каким-то причинам. Она не помнит. Она его достала, не достала. В итоге она ставит второй. Она опять что-то делает не так. Она его там убрала, все. Через 14 дней после менструации жалобы на то, что очень неприятное выделение, что-то не так. Она уже себе поставила диагноз рака, а на самом деле она просто не забрала предыдущий тампон. Ну, а если секс нерегулярный, то она даже и не поняла, что что-то не так. Лучше бы это было не... Ну, это лучше не слышать. Мы потом 2 часа проветривали кабинет. Да. Як не захворіти кандидозом? Не злоупотребляємо сладким, носимо натуральне білье, а також средства гігієни тільки по назначенню. Самое главное для того, чтобы не болеть кандидозом, это просто профилактический осмотр у гинеколога один раз в год с дачей стандартных анализов. І ви будете щасливі всі 365 днів в году. При будь-яких найменших симптомах завжди звертайтесь до лікаря, не займайтесь самолікуванням, а також завжди використовуйте бар'єрні контрацепції. При будь-яких найменших скаргах не займайтесь самолікуванням, завжди звертайтесь до лікаря, а також використовуйте бар'єрні контрацептиви під час заняття сексом. Дякую вам, дівчата, за те, що завітали до нас у гості. Звичайно, ми можемо подзвонити подружці за порадою, або, наприклад, мамі, або вичитати якусь пораду в інтернеті. Але найкраще – це звернутися до лікаря, якщо є симптоми, і не затягувати з лікуванням. Будьте здорові! А тепер найголовніше – слідкуйте за нашими соціальними мережами, тому що тепер кожної програми від наших експерток ми будемо розігрувати цікаві подарунки для вас. Якщо ви хочете бути гостею нашої наступної програми, просто напишіть нам. Якщо хочете запропонувати тему, напишіть мені в соціальних мережах. Дивіться та коментуйте нас. З вами було жіноче ток-шоу 3G+M та я його ведуча Катя Лунгол. На все добре. Па-па!